Приходит мужик к доктору и говорит: «Доктор, я работаю в столовой, у меня прям жуткое такое желание вогнать своего орла в хлеборезку, не знаю, что с этим делать, помогите как-нибудь». Доктор: «Ой, как все печально-то, медикаментозное лечение точно откладывается в сторонку. Вы как-нибудь попробуйте взять себя в руки и преодолеть все-таки опасное свое желание. Ладно, доктор, как-нибудь, ой, постараюсь, конечно, я сдержаться, но, ох, навряд ли что-то получится. Ладно, хорошо». Встречаются они через 3 месяца на улице, и доктор говорит: «Ну, как вы поживаете? Доктор, я все-таки, ух, преодолел это желание. Все-таки я, ух, вогнал все-таки, ох, своего орла в хлеборезку. И как вы сейчас живете?» «Ой, доктор, плохо. Жена от меня ушла, а хлеборезка уволилась».